утро здание администрации сегодня, несмотря на воскресный день, в территориальной избирательной комиссии кипит работа. Еще бы, вот-вот будет дан старт единому дню голосования. Жителям нашего района предстоит избрать тех, кто будет представлять их интересы в Совете депутатов городского округа Воскресенск. С 8 до 20:00 каждый житель городского округа Воскресенск может прийти на свой избирательный участок и принять участие в голосовании. Для этого ему нужен паспорт и желание поучаствовать в выборах. По всему району открылись избирательные участки. Событие крайне важное, ведь именно из числа избранных кандидатов будет сформирован состав Совета депутатов и выбран руководитель всего городского округа. Пусть вас не смущает непривычное название «Городской округ Воскресенск». Де юре образование новое, но де-факто это все та же территория Воскресенского района. Многие избиратели решили не откладывать важное решение в долгий ящик и пришли на избирательные участки с самого утра. Участок очень важен, потому что я думаю, что каждый должен прийти и отдать свой голос. Это на самом деле вот так положено, я так считаю. Поэтому я так пораньше и встала, пришла. Думаю, что очень важно. Это моя такая гражданская позиция. Нужно голосовать. Любое свое мнение самому нужно высказать. Лучше с утра все сделать, да, исполнить свой долг и все, и быть свободной. Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо прийти на свой избирательный участок, согласно месту прописки. Обычно это ближайший участок к дому. Вам выдадут два бюллетеня. В каждом можно поставить только одну отметку. В первом бюллетене список партий, всего их 7, а во втором конкретные кандидаты, среди которых как представители политических партий, так и самовыдвиженцы. На каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели. Их задача следить за тем, чтобы во время голосования не было допущено никаких нарушений. Есть наблюдатели от партии и от общественности. Например, представители общественной палаты Воскресенского района. Сегодня члены общественной палаты, активные граждане принимают участие в наблюдении за ходом голосования, выборы в Совет депутатов городского округа Воскресенск. С утра, уже с 7 часов, общественные наблюдатели приступили к своей работе, были проверены, опечатаны ли КАИБы, присутствует ли на всех участках информация о кандидатах. И, безусловно, целый день, буквально до закрытия участков, будут наблюдать за порядком на участке, нет ли нарушений. Общественные наблюдатели потом получат протоколы, общественная палата проанализирует весь ход голосования, были ли нарушения или нет, и будет представлен отчет в общественную палату Московской области. Но я призываю всех прийти, отдать свой голос за того или иного депутата, потому что это очень важно. От его работы и от вашего выбора будет зависеть, конечно, и благосостояние нашего округа. Поэтому надо приходить на выборы и выбирать действительно работающих депутатов. На этих выборах для удобства снова используют КАИБы – комплекс обработки избирательных бюллетеней, или, как их еще называют, электронные избирательные урны. Все КАИБы были заранее протестированы и опломбированы. На избирательные участки многие люди приходят целыми семьями. Хочется, во-первых, прививать дочке такую позицию гражданскую, чтобы она тоже делала свои выборы и не была равнодушной. Да и хочется, чтобы все-таки правили нами и помогали нам в жизни те люди, которым мы доверяем. К обеду избирательная активность стала выше. Видимо, пришли любители поспать в выходные подольше. На 15:00 явка избирателей составила почти 15%. Это 18 тысяч жителей нашего района. Посмотреть за ходом голосования приехал депутат Мособлдумы Алексей Мазуров. Для меня это важное очень событие, муниципальные выборы. И для города Воскресенска, для всего Воскресенского муниципалитета исключительно важно, какие люди попадут в совет депутатов городского округа. Ситуация очень спокойная, доброжелательная. Люди с удовольствием идут, голосуют. Явка выше среднего, это тоже очень важно, потому что были переживания. Ну, как вот эта хорошая погода и бабье лето замечательное, золотое, скажется. Я думаю, что все будет очень хорошо, ожидается такая явка выше среднего. Вот. Я общаюсь с наблюдателями, у наблюдателей тоже нет никаких претензий, инцидентов, и это очень важно. Еще раз призываю всех проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки. Погода хорошая, люди идут активно, приятно, что идут жители с семьями, с детьми, а это становится хорошей традицией голосовать. Голосовать душой, сердцем,
за новые преобразования, за преобразование Воскресенского муниципального района в городской округ. А нам остается напомнить, что избирательные участки будут открыты до 8 часов вечера, и каждый может успеть поучаствовать в судьбе родного края, отдав свой голос на выборах в Совет депутатов городского округа Воскресенск. После 20:00 избирательные участки закроют свои двери, и начнется ответственный момент подсчета голосов.